Подвал, бродячие собаки, итальянская улица, дом 4. Здесь и состоялся замечательная встреча, творческая, поэтов. Ой, чудесные люди, молодцы. Чудесные люди и мои друзья. Спасибо. Так замечательно, в таком историческом. Докатилась. Ты первый раз здесь, где собирались весь, так сказать, мод. Надо поздравить, Таня. Серебряного века. Да мне приятно в тысячу раз сегодня будет петь для вас. И я хочу поздравить Алексея, во-первых, с днем рождения, 20-го. С прошедшим, да. С презентацией Павла Бара и то, что у нас сегодня здесь такое мероприятие замечательное. Вот, и я всех нас поздравляю, и Леша, и тебя поздравляю. И желаю здоровья, процветания. Не дождетесь. Творческому вашему союзу и вашему проекту. Уже нашему. Да, нашему, да, нашему, нашему проекту. Да, да, вот нашему, нашему, потому нашему, что этот диск, да, вышел в серии «Роза поэза», это вот, я надеюсь. Да. И в будущем и нашему. Да. И вот я хочу первая песня там на стихи Нино. Но она там под синтезатором у меня записана, а я вам спою ее под гитару. Но Энотера, мы знаем, что это цветок, который желтенький такой. Раскрывается он ночью. Я раскроюсь цветком Энотеры. В свете дня он спокоен и спит. Бродит ночь одинокой пантерой. И в окно так печально глядит. Лик луны желтым светом холодным не согреет печали моей. Одиночество ночи свободно от надежд пролетающих дней. Одиночество, ночь так чудесна, столько в ней скрыто новых стихов, сколько тайн свету дня неизвестных и прекрасных несказанных слов, и прекрасных несказанных слов. На холсте черной тенью покрыта Энотеры, цветы под луной. Все, что днем было спрятано, скрыто, обретает здесь образ иной. Только утро лучами коснется, все исчезнет, растает, как сон. И во мне сразу роза проснется, Энотера свернется в бутон. И во мне сразу роза проснется, Энотера свернется в бутон. Одиночество, ночь так чудесна, столько в ней скрыто новых стихов, сколько тайн свету дня неизвестных и прекрасных несказанных слов, и прекрасных несказанных слов, и прекрасных. А сейчас премьера.
ночь рассыпала по небу звезды, светлячки. Слышишь, сказочную небы нам поют сверчки. В мягких тапочках крадется покошачий сон. Незаметно прикоснется к твоим глазкам он. Лик луны лучи роняет прямо на кровать. Тихо вьюга напевает спать, спать, спать. Спи, малыш, спокойной ночи, баюшки, баю. Заскучала сказка очень в сказочном краю. Ночь рассыпала по небу звезды, светлячки. Слышишь, сказочную небо нам поют сверчки. Баю, бай. Друзья, Татьяна Нега для вас. Танечка с премьерой собаки. Постоянно будешь. А вы сможете прогуливать его на веревочке. Посмотрите, какой он живой и приветливый. Скажу по секрету, он помогал дюймовочке. Ну, купите вам ангела в клетке. Что вам стоит? 2 шекеля? Это не деньги. Поверьте, вы посадите дерево и строите это на ветке. Ангел будет вам петь. И на скрипке сыграет соседка, и счастье придет вам в конверте. Ах, у него грустный взгляд и слезы. Это привычно. Чему удивляться? Ангел просто устал. Одиночество чуждо ангелам в клетке розы. Что же, срезанной розе нужен с водой стакан. Ангел в клетке грустит от того, что его не купили. И его на веревочку кто-то не будет гулять. О, 2 шекеля ваших. О, 2 шекеля ваших. Спасибо, берите. Ну что же вы его отпустили? Разве ангел без клетки живет? Неужели? Смотрите, смотрите, он может летать. Спасибо. Очень нравится мне это стихотворение, Алексей, спасибо. И что ж, премьера песни на стихи Ольги Козловской. Я выбрала ностальгическое. Вы догадываетесь, какое? Видишь, ко мне в Ленинград? Да. Есть в номере альманаха. Ты приедешь сейчас. Ты приедешь ко мне в Ленинград на звенящем весеннем трамвае. Мы катались на нем и не знали, что уже не вернуться назад. Что не сможем мы больше вскочить на подножку, крича опоздай, что собаки бездомные лаем оборвутся тем временем нить. Ты приедешь ко мне отдохнуть от реклам, заслонивших фасады, от туристов подобных торнадо и от пробок терзающих. Там опрятны дворы и цветы, на газонах не вспороты шины. Наша молодость мило грешила, откликаясь на зов красоты. Ты приедешь ко мне поболтать, не писать сообщения вяло. Лёжа молча вдвоем с одеялом, да, и с собой захвати. В которой наш дом не вредит, ту, в которой не все
зависали, и дописывать станем едва ли. Вновь весна приезжает, мы сидим. Неразделенная любовь судьбы затмение, она волнует сердце вновь, но чье решение, к чему прекрасные слова, душой привязана и виновата без вины. Что наказано кружит и кружит белая зима, печаль безбрежная, и заколдована душа печатью снежною. И тихо счастье подо льдом, ручьем оттаявшим, пусть безответная любовь, любить желаю я, любить не ждать ее в ответ, как озарение, она дается добрый час. Прегрешение. Я Татьяна Нега, еще раз давайте поблагодарим. Да не нужен нам микрофон, мы так хорошо. Микрофоном можно сделать то, что нельзя сделать без микрофона. Ух ты! Я себя потерял среди книг, чайных чашек и неба. Я себя оставлял на краях разведенных мостов. Я с тобой быть хотел в городах среди львов и хрустального снега. Только я оставался один на один в каплях дождиков снов. Серым пасмурным небом я брел на курицу солнца, где налево от старой дворянской бревенчатый храм. И спросил меня ангел, открыв дождевое оконце: не зайдешь выпить чай, согреться? Ты вернулся. Пили чай, читали стихи, кино с ним смотрели. Там, где маленький Чаплин и грустный, и очень смешной. А над нами кудрявые тучи на север летели. В мир мостов разведенных, где я потерял свой покой. А над нами кудрявые тучи на север летели, в мир мостов разведенных, где я потерял свой покой. Сгорела. Сгорела лучина. А, я спою, пока лучина не нашла. Золотится, золотится. На морозе ясный день нам сегодня как раз не хватает.
холодка. Красносолнышко катится, зацепившись за плетень, за околицу по гряду синих стылости лесов, да по лестничному ряду вверх до самых поясов, да по лестничному ряду вверх до самых поясов, до крестов разолоченных, до окраины души, словно ангелом мощеный, к сердцу путь зарей спешит, словно песня раззвонилась в колокольном хрустале, утро красное явилось Рождеством нам в январе. Золотится, золотится на морозе ясный день, красное солнышко катится, зацепившись за плетень, за околицу по гряду синих стылости лесов, да по лестничному ряду вверх до самых поясов, да по лестничному ряду вверх до самых поясов. И сейчас я хочу вручить двум нашим розочкам подарки. Это Олечка и Танечка. Подойдите, пожалуйста, девочки. Мы торжественно посвящаем. Ура! Розочка, вы тут внутри, в конвертике. Чеплять будем сразу торжественные розочки. Не просто. Предупреждать надо блузки шелковые. А все, поздно. Бриллиантами, конечно. Розочки серебряные с янтарем. Что там происходит? Что там происходит? Да происходит, что тут происходит? Неимоверное все. Ну а как ордена не на сцене? Вы что? Вы что, господа? Ордена розы будет собственный конкурс, который будет вручаться победителям конкурса. Или же активным участникам, которые будут выпускать достаточное количество денег. Вот такая вот. Он будет сделан из